Знакомство Артема Сдунова с республиканской спасательной системой началось с осмотра основных объектов МЧС. В пожарных частях, аварийно-спасательных станциях показали лучшие автомобили, а в кинологической службе – самых хороших собак. Почти все питомцы уже участвовали в операциях и спасали человеческие жизни. Сейчас в пожарных частях есть и спортивные залы, и зоны питания, и комнаты отдыха, где дежурные спасатели могут поспать. А скоро в Саранске появится еще и центр управления в кризисных ситуациях. Для него как раз строят новое здание. Однако Артем Сдунов попросил подробнее рассказать о проблемах. Ярко видно, что работа по ликвидации аварий другим компетенциям главного управления МЧС, она проведена достаточно эффективно. Поэтому сегодня в докладах, и это очень в вашем докладе, докладе начальника главного управления, других, давайте посмотрим, какие у нас есть ограничения. Надо идти в ногу со временем, новая техника появляется. Вот. Есть при этом и финансовые ограничения, поэтому соразмерно и финансовым возможностям, но и в ногу со временем нам надо какие-то решения принимать. Сейчас в Мордовии многие социальные объекты требуют срочной замены пожарных извещателей. Где-то сломались, где-то истек срок годности. Денег на это нужно много. Еще одна проблема – добровольные пожарные дружины в районах. Они есть, очень помогают, но половина уже не работает. Техника сломалась, а без нее все бессмысленно. И третья проблема – система экстренного оповещения. Она установлена 30 лет назад и устарела во всех отношениях. В настоящий момент в городе фактически у нас работают сирены, но тем не менее нам необходимо и программно на первом этапе обновить оборудование, а и на втором этапе уже дойти до муниципалитетов, до муниципальных районов, до населенных пунктов, где разместить соответствующие сирены, громкоговорители и включить их в состав системы. Артем Сдунов выслушал доклады глав районов и рекомендовал Министерству финансов найти возможности для решения проблем. Потому что от этого зависят человеческие жизни, которых по статистике в этом году разные техногенные происшествия унесли больше, чем в прошлом. Людмила Кусерова, Игорь Гангаев. Наши новости.